Ну что, всем здрасте, всем привет, вы на канале Emphasis, а я Андрей из Colors. Добро пожаловать, здесь мы говорим про давки, плагины, технологии, в общем, про все, что касается создания электронной танцевальной музыки. Что сегодня будем делать? Сегодня будем возвращаться. Ах, как хочется вернуться, как хочется ворваться в Suno и Yudio. Да, в тот самый нейросетевой музон. Вот, потому что, сколько я вот посмотрел, 5 месяцев назад, когда были первые видосы, да, то есть про Suno, ну и потом про Yudio, примерно там через месяцок после Suno, довольно много поменялось. Все-таки время идет, нейросетки музыкальные развиваются нехило. Ну, в общем, мы посмотрим, что поменялось, как это все развилось и в каком состоянии в текущем находятся что Suno, что Yudio. Ну, наверное, для тех, кто, конечно, активно пользуется ими постоянно, ничего нового я тут не открою в этом видео, но для тех, кто особо не следил и так иногда хочет побаловаться и сравнить, особенно как было, как стало, я думаю, видосик будет полезен. Ну ладно, давайте посмотрим, что изменилось. То есть, во-первых, самое главное изменение, и та, и другая нейросетка апдейтнулись. Например, Suno теперь версия стала 3.5, вот, была 3, когда мы разбирали в первом видосике про Suno, там была версия 3, теперь 3.5. Я, конечно, бы в идеале бы хотел сделать, ну, вот этот видос следующий про Suno и Yudio на мажорных версиях, да, то есть на 4-й версии или там на 2-й версии Yudio. Но, блин, я уже не знаю, сколько можно терпеть. Блин, полгода прошло. Еще полгода, видимо, нам надо ждать, чтобы апдейтнулось до новой версии. В чем изменение Suno 3.5? Ну, во-первых, теперь можно делать до 4 минут треки, а это уже прям, ну, практически адекватная длительность современного там трека, ну, драм-н-бейс, ну, электронных треков, короче, да, потому что раньше Suno умел делать там по 1,5 минутки, по 2, там, ну, можно было экстендить, конечно, но все равно что-то такое не очень было. 2 минут max song extension, то есть можно еще на 2 минуты увеличивать, да, экстендить свой трек, это круто. И improved song structure and vocal flow. Ну, видимо, что-то с аранжировкой связано и с вокалом. Вот, на самом деле, я вот тут нашел неплохой очень сайтец по Suno. Suno AI-Wiki называется .com. Здесь очень много годной информации. То есть по промптам, про то, какие есть проблемы у текущей версии. Ну, короче, вот все, что вам интересно, если вам хочется разобраться как следует в Suno, вот крайне советую вот этот вот сайтец. Он, конечно, на английском, но, типа, тут очень много полезной информации. И вот тут, например, есть статейка про проблемы версии 3.5. Ну, проблем, в принципе, немало. Сколько тут их, по-моему, 7 штук, да? В основном все касаются, ну, типа, корявого качества, неправильных там переходов, когда резко, например, обрубается, косяков с вокалом. Ну, короче, все это можно почитать, и, в принципе, туда же более-менее иногда пишется, как избегать вот этих вот проблем, то есть, ну, теоретически можно даже что-то и избежать. Ну, естественно, Suno апдейтнул свое аудио quality, ну, сейчас послушаем, короче, как это звучит. Вот, Yudio обновился до версии 1.5, тоже на половинчатую версию апдейт произошел с последнего нашего видоса. Ну, они заявляют, какие апдейты: улучшенное качество, key control, это что, можно, типа, изменять тональность трека, это круто, кстати, надо будет посмотреть, что такое. Более крутые результаты для разных языков, так, updated model, creating stem downloads, вот что очень всего интересует, потому что, когда мы разбирали Yudio и Suno, главная проблема была в том, что нельзя было на стемы разбивать. То есть, если сейчас есть какая-то адекватная возможность это все разбить на стемы, но здесь, конечно, это не просто тупое нейросетевое разбитие на стема, как с помощью Ultimate Vocal Remover, то есть, наверное, ну, надеюсь, по крайней мере, что это что-то крутое, посмотрим. Так, аудио то аудио, ремиксинг, аудио uploads. Воу, вот это вот то, что надо, это прям очень надо. То есть можно будет загрузить какой-нибудь свой кусочек и его заремиксить. Воу, вот теперь мы разговариваем. Ну, посмотрим, может быть, у Suno тоже такое есть. Shareable lyrics video. Ну ладно, видосы, это, в принципе, особо не интересно. Короче, неплохие нововведения. Ну ладно, давайте уже перейдем к практике и посмотрим, как работает что Suno, что Yudio современный.
Так, ну давайте бахнем что-нибудь сначала просто с ноги, то есть генерируем какой-нибудь трек. Ну давайте там drum and bass, что нам нужно? Liquid funk with melody, да? Что еще? And не знаю, happy vocal, допустим, да? Так, drum and bass, liquid funk. Ну, пусть, короче, так будет. Просто с ноги загенерируем, посмотрим, что он нам выдаст. Нажимаем. Так, ну давайте послушаем первую версию обновленного Суна. Вокальчик есть. Картиночка. Понятно, это дроп уже или нет? Не, вот это дроп. Так, ну-ка вторую версию. Текст тот же, по-моему. Так, ну что бросается сразу в глаза? То есть, действительно, более длинные треки, теперь по 3 минуты. Неплохо. Заметно улучшенное качество. Но вот давайте сравним с вот тем, которое я генерировал тогда, полгода назад. Качество как будто действительно улучшили. Текст мне показался тоже менее тупым. Вот, в принципе, вот этот первый куплет и второй тоже все было круто, пока не начался припев, там, где опять пошла эта стандартная нейросетевая залепа, там, если ты делаешь drum and bass, у тебя там в тексте про drum and bass что-то поется и про liquid funk. Этого не должно быть, естественно, то есть это супер тупая херня нейросетевая. Но в целом текст производит впечатление гораздо более, ну, такого человеческого и поет, ну, круто. То есть, в принципе, у меня тогда-то не было особо вопросов, да, то есть к тому, как это пелось. Сейчас тоже очень круто поет, очень приятно. Так, давайте посмотрим, как это на стемы. Можно ли как-то разделить и вообще в каком это скачивается формате. У меня Suno нету подписки, у меня бесплатная только, бесплатный аккаунт. Так, скачивается это как MP3, да, то есть, ну, типа, насколько я понимаю, там, по-моему, давайте сейчас перейдем в подписочку, да, бесплатный аккаунт, no commercial terms, ну, особо никаких ограничений нет, кроме того, что очень мало этих поинтов, да ничего вроде особо не дает, а в Wave что, нельзя качать, что ли, Wave в премьер план? Непонятно. То есть, ну, в основном только отличие в подписке Suno в том, что, типа, больше поинтов есть, больше генераций. Давайте попробуем очень интересную вещь, это попробовать продолжить свой кусочек. Так, я сейчас накидаю какой-нибудь кусочек своего drum and bass. Ну, давайте сейчас возьму просто из своего же sample пака, например, который, кстати, не забывайте скачивать бесплатно, ссылочка в описании есть. Так, давайте вот какой-нибудь, например, вот такой вот бит возьмем. Что еще там, какой-нибудь басевич возьмем. Что-нибудь такое попроще. Так, ну-ка. И какой-нибудь синтюк еще сверху наложим. Да, что у нас тут есть? Фа минорная. Ну, аж такой пойдет.
так, сделаю из этого какое-то подобие типа трека, что, например, сначала синта нет, потом есть. Ну и какой-нибудь небольшой мастеринг тоже я тут навалю, но в плане того, что это будет хотя бы лимитер, не знаю, там стоять, breakwall лимитер в целом пойдет. Так, все экспортим. Я экспортнул вот этот свой кусочек трека в аудио, wave. Да, вот он, все ок. И давайте попробуем грузануть теперь его в Suno. Upload аудио. О, можно прямо отсюда записать. Прикольно. Так, ладно, давайте затестим. Suno тест. Upload. И посмотрим, как продолжит этот кусочек. Мой кусочек, типа мою идею, да, как Suno ее сможет продолжить. Так, processing. Ну, давайте continue. Так, вот он даже создал какую-то нейросетевую картинку. Окей, погнали. Окей, это мой трек. Он тут, ну, типа, просит подтвердить, что это, типа, обязательно твой трек. Так, это мой, получается, оригинал, да? Да, оригинал. Все правильно. Так, могу ли я теперь на... чем, как мне на его основе-то получается? Давайте Extend попробуем просто запердолить. Style of Music, Drum and Bass, Neurofunk, да? With Vocals. Так, Extend from 22, ну погнали, посмотрим. Так, вот он тут что-то нагенерил, слушаем. Да ладно. Нихера себе. Вокала только что-то нету. Конечно, дроп еще будет, что ли, интересно? Слушайте, впечатляет, впечатляет. Так, давайте вторую посмотрим. Узнается, но не то пальто. Напомню еще раз, мой кусочек звучал вот так вот. Это бит и бас, это сам синт. Синт, как ни странно, там оставался. Слушайте, ну вот это очень прикольно, конечно. То есть продолжать свои демки теперь можно. И, ну, я не могу сказать, что прям... идеально, то есть мне нравится, но так вот с ноги залететь и получить, ну вот первая версия очень вполне достойно продолжилась, это круто. Блин, я стопудово сейчас свои вот кучи демо, которые у меня валяются, вот микро кусочков, пойду через Suno попропускаю, посмотрю, что он там нам выдаст. Так, ну окей, все-таки, что по стемам-то? Можно ли стемы скачать? Почему... почему нет? Где гребаные стемы, да? Ну, на самом деле, я еще перед записью видео полез смотреть, как же все-таки, блин, качать эти стемы в Suno, потому что тоже не мог найти ни хрена. Оказывается, что, к сожалению, это доступно только Pro и Premiere подпискам. Что, кстати, они не пишут. Блин, ну странно, вы, конечно, челики такие интересные. Не пишите даже на своем сайте, что дает, типа, подписка на ваш сервис, да? Причем, насколько я понял, еще посмотрел некоторые видосики на YouTube тоже про современный Suno. Он разбивается всего лишь на два стема. То есть на минус, ну, трек без вокала, и на вокал. Что, в принципе, тоже неплохо, потому что
ну, очень часто Суна как раз нужен был для того, чтобы вокал нагенерировать, да, прикольный. То есть вокал всегда нужен. Особенно это, конечно, актуально в контексте того, что ты можешь под свою демку прям вокал теперь нагенерировать, да, то есть можно вот продолжить ее, свою демочку с помощью Upload Audio в Суна, и с ней же вокал сгенерится, и потом на стемы, ну, и потом как бы вырезать вот этот вокал с помощью стем-разделения. Но все равно это не такое, это какое-то корявое стем-разделение, поэтому, ну, формально оно есть, но как бы хорошего пока нет. Ждем, наверное, в четвертой версии. Что еще можно про Суна сказать? У Суна нормально так бабла. Короче, не знаю, кто их спонсирует или как они вообще формят эти деньги, но Суна теперь, во-первых, они дарят периодически деньги, реально деньги дарят тем, кто генерит много и крутые треки. У них там есть постоянно какой-то свой внутренний отбор. Они устраивают конкурсы ремиксов, например, 100 тысяч гребаных долларов в призах. Это очень много. Я даже не видел ни одну, если честно, какую-то компанию там музыкальную, никак в жизни таких больших денег не видел за конкурс ремиксов, но это супер дохера. Ну, естественно, тут звезда, Фластрадамус, известный челик. Короче, у Суна деньги есть. Они стали платить своим авторам, что тоже хорошо. Ну и, видимо, у них по баблу с подписок тоже все идет очень неплохо. Смешная история недавно была, то есть, ну, я думаю, вы уже ее читали, да? Как чувак нагенерил себе, короче, просто кучу музыки, ну, с помощью нейросеток, потом с помощью ботов эту музыку прослушивал. Ну, он за ее зарелизил, да, там, Spotify, тут непонятно в каком сервисе, ну, судя по этой статейке, тут еще очень мало прям какой-то конкретики, и хз, может, это вообще фейк, но, как говорится, за что купил, зато продал. Все-таки Forbes, статья на Forbes'е. Вот, типа, он нагенерил кучу музона, стал прослушивать ее с помощью своих же ботов, и этим нагенерил кучу роялти. На 10 лямов баксов, короче, нагенерил себе кучу роялти, и его повязали, закрыли, какой-то Майкл Смит, ну, врили, блин, Майкл Смит, это из офиса, что ли, чувак, имя, наверное, изменено, или, не знаю, какое-то всратое имя, не знаю, это как Иван Петров, блядь. Ну, короче, какой-то 52-летний челик, сам еще который музыкант, ну, его арестовали вот за вот эту вот всю движуху, и сейчас вроде как Spotify прям, ну, дико агрится на нейросетевую музыку. Поэтому, пацаны, не релизьте, ну, по крайней мере, не миллионами эти треки релизьте, то есть, если релизите, то хотя бы перерабатывайте. Вот, ну, а на Суна посмотрели, давайте посмотрим, что с Юдио. Напомню, что тогда, полгода назад, когда мы смотрели и Суна, и Юдио, в принципе, я сказал, что Суна мне нравится больше, то есть, ну, типа, Суна, оно, правда, денег просило, да, Юдио тогда было бесплатно. Сейчас немножко, наверное, поменялось местами. Ну ладно, посмотрим. То есть, во-первых, давайте посмотрим, как поменялась подписка Юдио, да? Давайте посмотрим, что у нас там по подписочке. Теперь они предлагают бесплатную подписку, как и раньше, она есть. Но теперь можно только до 10 кредитов в день. То есть, напоминаю, одна генерация стоит 1 кредит. Тут не как в Суна, там Суна, по-моему, 5 или 5 кредитов, то ли что. Ну, то есть, 10 генераций в день и 100 кредитов на месяц. 100 генераций в месяц, в принципе, нормально. То есть, ну, для бесплатной версии, опять же, никто, скорее всего, не отменял спам, ну, типа, почтами, аккаунтами на другие почты. Так, обычная очередь, две версии, да, 4 трека, ремикс и экстенд трек, это круто. То есть, ну, как бы все стандартные фишки, все на месте, все круто. За десяточку в месяц они предлагают стем downloads. Посмотрим, вот это мне очень интересно. Access to Udio 132-minute model. То есть, какая-то новая модель, непонятно, что за модель. Ну, наверное, где-то надо прочитать про это, потому что так не видно с ноги, что за модель. Так, access to audio upload. Ну, это то же самое, что у Суна мы только что смотрели. Возможность продолжать свои демки, это круто. 120 генераций за месяц и никакого daily лимита, да? Так, ну это круто. Приоритетный процессинг. 3 параллельные генерации, 6 треков, инпейнтинг, ну это, видимо, какие-то всякая приколюха с обложками и видосиками.
Ну, слушайте, за 10 баксов в месяц довольно много они предлагают. Ну, есть типа 30-ка, да, все то же самое, только еще больше лимит генерации и, ну, типа совсем какая-то мега-приоритетная очередь, можно вообще не ждать. Ладно, подписка, в принципе, адекватная, давайте посмотрим, как генерит. Ну, опять же, с ноги залетаем. Так, ну давайте посмотрим, наверное, такой же примерно промпт, как мы делали в Suno, да, там drum and bass... Liquid Funk with Happy Vocals. Как он сгенерит, например, по такому промпту? Ну, то же самое, короче, да, что мы делали в Suno. Давайте посмотрим, что он нам генерит. Euphoric Moments. Так, он сразу ни хрена не подконнектил, что это Drum and Bass. Он это как Electronic считает, да? Ну, давайте послушаем, что такое Euphoric Moments. Где drum and bass? Где музыка вообще? Так, слушаем еще одну версию. О. Так, а это что? Хаос. Feel the rhythm in your feet, let the night be your guide. Colors of city light, sparkle it so bright. We gotta teach you dark grooves, let's move science. Так, еще один кто-то. О! Так, ну, довольно неточная, конечно, то есть ни одна из этих генераций это ни хрена не Drum and Bass Liquid Funk, точнее, две вообще не Drum and Bass, да, то есть одна какой-то мейнстрим, второй хер пойми чё, но порадовало качество, то есть качество, мне кажется, даже лучше, чем у Suno, то есть, ну, вот по этим генерациям пока крайне прям крутое, вот это вот совсем хорошее качество. Так, давайте посмотрим, что с аплоудом, да. Возьмем тот же самый мой кусочек, Suno Test. Так, погнали, I understand, все понятно. Грузируем наш тестовый аудиофайл. Так, и пытаемся его продолжить. Ну, давайте хотя бы как Drum and Bass Neurofunk. Примерно то же самое я писал и в Suno. Так, Add Section, Auto-Generated. Ну, погнали. Так, наконец-то генерация произошла. Медленно довольно. То есть Suno побыстрее как-то генерировал. Тут я, наверное, ждал минуты 3, допустим. Но причем у меня именно в Udio у меня как бы триалка платной версии. То есть если Suno совсем была бесплатная версия, то здесь я хоть и ничего не платил, но как бы триалку платной купил, поэтому, по идее, это должен быть какой-то был, ну, хотя бы немножко приорити, очередь. Ладно, хрен с ним, слушаем, что получилось. Пока все то же самое. Пока без изменений. А вот там пошло. Так, и вторая. Это сразу мотанем. Это уже пошла генерация.
Тут вообще как будто никаких изменений не было произведено. Так, давайте попробуем для прикола Add Section добавить. И, допустим, Drum and Bass, Neurofunk, Whiz, Hard Bass and Melody. Допустим, вот так попробуем. Еще одну итерацию сделать. Пока прокомментирую то, что я услышал, да, то есть в отличие от Суна, который продолжил мою идею и на основе нее создал абсолютно что-то новое, то есть, ну, там действительно были совсем новый трек какой-то, этот Юдия довольно аккуратно, короче, ее продолжил, хоть и слышен переход, да, то есть, ну, типа, в продолжении моей идеи, но все равно она осталась плюс-минус точно такой же, только вот добавились какие-то маленькие, там, он бас поменял чуть-чуть, да, то есть, что-то там добавил хай-хетиков. Он как-то очень так аккуратно и нежно продолжил, блин, мою идею. Ну, я бы сказал, что, наверное, даже недостаточно. Хотелось бы, чтобы более посуровее, вот прям показал сразу, типа, вот как надо. Так, ну ладно, сгенерилось в этот раз довольно быстро. Давайте послушаем. Нихуя. Это я написал? Нет, вот это я написал. Так, ну-ка, вторая версия. О, вот это же похоже больше на правду. Что там еще? Слушайте, ну, первая версия мне, конечно, очень понравилась в начале, но это точно не моя идея была. Это какой-то другой трек. А вот эта вторая, в принципе, уже похожа. Причем там он какую-то мелодию добавил. Короче, вроде как это работает. Только единственное, что вокала-то я как-то и не увидел. Он вроде как должен был автогенерироваться, но почему-то так и не сгенерировался. Ладно, хрен с ним. Давайте посмотрим, как работают стемы, да? То есть, если я пойду на download, то что я могу, во-первых, скачать? Да, я могу скачать вавку, например, у Юдио. Давайте послушаем. Ну, я, естественно, многого не жду. Так, ну что, слушаем. Не, это плюс-минус все то же самое, как у нас было и с сайта. Так, ну самое интересное это стемы, да, стем downloads. Во, вот здесь уже у нас получается есть вполне нормальное разбитие по стемчикам. Vocals, drums, bass, others. Ну давайте скачаем, посмотрим, как это будет работать. Так, стемы скачаны, я их распаковал. И что мы там видим? Ну давайте посмотрим. Так, все, во-первых, в вавках, это круто. И посмотрим, как теперь это все звучит именно в стемах. Так. Драмсики в стеме есть. Ну, почти мои. Вот мои, точнее. Вот эти какие-то... Слышно, что нейростевые немножко. Так, бас есть. Бас вообще никак не был поменен, да? Так, и что тут есть еще? И вот такая вот херня. Мелодии, которой не было. Так, ну-ка, смогу ли я, например, вот эту мелодию наложить на свою вот эту предыдущую идею, которая была моя? То ли у нее BPM не такой. Ну, кстати, прикольно. То есть, как минимум, вот этот stem separation... Он может быть использован для такого добавления чего-то нового к своей идее. Неплохо, неплохо. Так, а если я попробую все-таки вот эту идею, которую первого мне выдал,
скачать с темами, что у меня получится. Потому что первый трек мне прям дико понравился вот его начало. То есть я свою идею, моя идея говно, конечно. То есть я хотел бы, может быть, такой трек написать. Посмотрим, насколько я смогу это сделать с помощью Stem Separation. Ну, кстати, пока качается, я бы сказал, что похоже, что это все-таки нейросетевое разделение. Что это не... Ну, типа, он генерит сначала точно такой же кусочек, да, то есть, ну, полностью весь трек. И потом уже, ну, как UVR, Ultimate Vocal Remover, разделяет все это на стемы. Не знаю. Ну, я говорю, многого не ждал. То есть, может быть, эта технология там в четвертой версии или во второй версии от Udio будет развиваться. То есть, пока это вроде похоже на обыкновенный нейросетевой раздележ. Так, ну-ка. Можем ли мы этим барабаном, например, качество улучшить? Ну, давайте, например, какой-нибудь мультибенд Transient Shaper. Так, ну в принципе работает. Ну-ка. Да, слышно все эти барабаны, конечно. Не, ну, все равно, это, конечно, уже заметный прогресс, то есть из этого хоть криво, косо, худо-бедно, но можно попробовать выжать какой-то кусочек трека, да, потому что все-таки есть стемы, хоть они и нейросетевые, но, блин, по-моему, все равно нормально. Конечно, очень бы хотелось посмотреть еще разделение Суна на стемы и чекнуть вокал, который Суна нам отделяет. Но, если честно, я прям каких-то прорывов не жду. То есть я, наверное, уже подожду четвертой версии. Скорее всего, там они будут готовить что-то прям действительно крутое и интересное. Ну, какой вывод можно сделать, да? То есть, ну, и та, и другая нейросетка заметно опрувнулись. Качество улучшилось. Суна очень круто умеет продолжать демки, хорошее качество, крутой вокал, как и было до этого. Ну, Суна, наверное, вне конкуренции по генерации вокала, еще и для разных каких-то языков, да, то есть вообще супер круто. Вот, напоминаю про вот этот вот сайт Suno Wiki. Очень полезная хрень, если вы хотите с промптами поразбираться, то есть обязательно вот его тоже почекайте. Udio тоже очень даже достойно, качество они заметно импрувнули, хоть и, наверное, ну, до Suno, наверное, не дотягивает все-таки. То есть Suno как-то покруче работает, поинтереснее звуки там, вот. Но у Udio есть огромное преимущество, это все-таки реальное разделение на стемы. Ну, как реально? Ну, это не нейросетевое разделение на стемы, и вы все еще можете использовать старый добрый UVR, Ultimate Vocal Remover, для того, чтобы, например, разделять на стемы ваши Suno генерированные треки, да, то есть все будет примерно то же самое. То есть в целом даже, я думаю, платить за, ну, вот этот Pro подписку или Premier подписку, ну, можно только ради большего количества генераций, да, то есть все остальное, ну, как бы UVR решает. Вот, поэтому, ну, пока, наверное, то же самое могу сказать. Suno, у них есть деньги, во-первых, поэтому очевидно, что они, ну, должны круче работать. Ну, они и работают круче. То есть генерация интереснее, комплекснее, звучит в целом тоже лучше. Вот, у Udio очень достойно, но я не понимаю, почему бы им, на самом деле, конкуренцию просто Suno не составить тем, чтобы понизить цену. А цена у них абсолютно точно такая же. То есть у них стандарты Pro стоят те же самые, что у Suno, да? То есть и 10, и 30. Но Suno, мне кажется, выглядит все-таки предпочтительней.
То есть, ну, по сравнению с Юдио. Так что, да, вот такой вот апдейтик по этим двум нейросеткам. Вывод все еще примерно тот же самый. Пользуйтесь Суна, если вам нужна нейросетевая музыка. Юдио норм, но Суна просто, блин, практически во всем получается лучше. Не забудьте подписаться на наш YouTube-канал. Здесь выходят видосики регулярно, разные, по разным темам. Также, конечно же, падайте в нашу тележку. Тут всякие анонсы, видосы, которые выходят на Ютубе просто в худшем качестве. Ну, для тех, кто не может смотреть на Ютубе. Конечно же, становитесь участником нашего комьюнити Emphasis Premium. То есть здесь мы обсуждаем всякие разные штуки по продакшену, делимся полезным материалом, демки можно свои сюда скинуть и получить на них фидбэк, развернутый от меня и от других продюсеров. Ну, короче, много тут что есть. Это наше сердце комьюнити, так сказать. Заходите сюда, если вам интересно, ссылочка в описании есть. Ну и качайте Sample Pack Emphasis Premium, бесплатный, и покупайте, поддерживая комьюнити, большой Sample Pack. Вот те звуки, из которого я сегодня юзал для создания тречка. Ладно, что, всем спасибо за просмотр, пишите музыку, генерите музыку, увидимся очень скоро. Пока.